Итак, ночное кормление по многочисленным заявкам. Ладно, шучу. Просто потому, что мне захотелось. Сегодня у нас двойная порция. Совершенно разные претенденты. Наш хищник пока спрятался. Но очень скоро. Эй, ты где там? Сейчас мы выманим его. Ага, а вот и первая жертва. Молниеносного рывка. Мне даже жаль тараканчика. Тараканчик все еще пытается дошипеться. Таракан отчаянно пытается схватиться за что-нибудь, чтобы избежать мучительной смерти. Тем временем гусеница убегает все дальше и дальше.
Никак не может Стэн сообразить, что же с ними сделать. А гусеница, похоже, хочет присоединиться. Да, подобные выходки будут явно стрессировать Стэна, что он будет чувствовать, что по нему кто-то лезет. Время второго претендента, который все никак не хочет отцепиться. Очень липкие лапки гусеницы. Не дают ему его.
выпустил изо рта. Похоже, он что-то не то зацепил. Крайне сытный ужин ему обеспечен. Теперь можно немножко поправить поле битвы и вернуть на место домик. Теперь наш толстячок будет долго переваривать все это. Поэтому свет мы ему долго не будем выключать, ровно как и подогрев. Он аж устал. Даже сил нет забираться в убежище.